Итак, группа My Favorite Black. Друзья, давайте покричим. Ну что, воет? We'll be right back.
Так. Друзья, это было только начало. Я хочу, чтобы все боялись и подошли бежим с этим, потому что сейчас будем танцевать вместе со мной. Следующая песня. Я хочу, чтобы вы чули разом с нами. Потому что цей трек має назву «Відчуваю». Відчуваємо разом з нами. З гуртом «My Favorite Black». Thank you.
шкала, солнце сяя и тепло. Следующая песня о таком моменте.
Друзья, следующая песня просто имеет свое значение, так что давайте вместе со мной потанцуем, потому что цей трек мою назву «Танцуй». Танцуй вместе с нами! Улыбка фальшива, я словно во сне. Не все равно, что там думают обо мне. Лишь хочу быть с тобой. Дякую. Друзья, мы еще приготовили для вас
пару интересных номеров, и вот один из них. Я дышать, парня, я дышать, парня.
же не стесняемся, ребят, мы пришли по стране. А сейчас наша новая песня. Называется она «Новый житя». А, у нас тут акустика. Я и забыл. Я как будто тебя начал. Эта песня будет в нашем новом альбоме. 15 нового жития! Ответь!
Пусти теплые цвета.
Это все построено только для тебя одной. Yeah!
Давайте проверим, кого здесь больше, парней или девушек. Давайте проверим, прям интересно. Все-таки группа такая, лирическая больше. Давайте, на счет три, давайте кричать, девушки. Раз, два, три! Пацаны, нормально. Пацаны, вы не должны подключать. Так, мужики, раз, два, три! Еще нет, еще. Давайте еще раз. Мужики, раз, два, три! Девчонки, посмотрите, как нужно кричать. Нет, вроде пацаны дольше, но вообще. Давайте, девчонки, еще раз. Раз, два, три! Без вариантов, следующая песня реально для вас. Thank you.
что-то такое покричим. Следующую песню точно знают все. Да, давай. Yeah.
Если любить, так любить, как в последний раз любили. Я думаю, знаю точно все. Я хочу, чтобы вы вместе с нами спели. Это один еще раз отличный кавер. Вы готовы? Да. Я не готов. Антон, а ты готов? Нет.
Настоящий, ты готов? Бен у нас всегда готов. У него такой длинный большой бас. Он может сыграть вам. Длинный большой бас готов на все. Не будем поражать там мысли лишних. Он просто классный гитарист. Есть еще у нас вот такая ритм-секция Кирилл Мельского. Давайте поаплодируем ему, он вообще сегодня крут. Есть еще у нас гитара. Антон у нас сегодня просто жжет. Я точно есть. Я прям чувствую на этой сцене, что я тут есть. Сейчас будет просто самый прекрасный медленный танец. Я попрошу, чтобы, да, сподеваемось, что вы с нами разом станчили. Все, я уже убежал. А, нет, ой, спасибо. Эта песня немножко не свойственна нам, так написали ее и почти не исполняли, так что на самом деле, да, у песни дебют небольшой.
Чёрт, все ушли. Танцевать вместе по такой шикарный танец в следующей песне. Она имеет всего лишь 4 аккорда. Своих дал за руки и танцуем вместе с нами. Готовы танцевать? Ладно, приглашаем. Друзья, и...
Спасибо, что вы пришли в этот вечер.